Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, меня зовут Женька, это канал JoyFoxPlay, и сегодня у нас на обзоре будет игрушка под названием Эко-кликер. Будем спасать с тобой планету от засорения и от прочего мусора. Какая-то неимоверная долгая загрузка этой игры, ну да ладно. Приветствую, давай вместе очистим планету от мусора и загрязнения, тапни по участку, чтобы очистить его. Хорошо, давай пройдем обучение. Кстати, рисовка довольно-таки прикольная, мне нравятся такие игры. Волонтеры-уборщики, прекрасный мир можно сделать, прекрасный день можно сделать мир лучше, начни с малого. Ой, ты вон там бумажку пропустил. Слушай, да тут такой, наверное, бардак, такой срач. Смотри, насколько чище стало вокруг. Волонтеры явно не сидели без дела. С их помощью мы получили чистую энергию. Тапай или свайпай по рабочим, чтобы собрать ее. Хорошо, давайте быстрее собирайте все это дело, бездельники и лодыри. Волонтеры работают хорошо, но могут работать еще лучше. Давай откроем экран улучшений и повысим их уровень. Кликни на иконку улучшений. Давай. Улучшение объекта повышает доход. Кликни на панель объекта, чтобы повысить его уровень. Хорошо. Что у меня будет давать, я не знаю пока что. Когда объект достигнет 10 уровня, он начнет работать автоматически. Тебе останется только собирать чистую энергию. Хорошо. Теперь давай накопим чистой энергии на второй объект. Он будет приносить еще больше дохода. Ну, больше дохода, это, конечно, прикольно. Давайте, 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 давайте. Собирайте лодыри, бездельники. Зачем вам плачу деньги? Хотя, подожди, я им вообще деньги не плачу, по сути. Ну, да ладно. Будем вот так вот свапать, короче, вот это вот самое дело. Так, сколько надо? 4? А, так у них дофига. Давайте улучшим полностью. Все, авторабота включена, все отлично. А теперь мне автоматически будет приходить доход с этого дела. Мне надо будет просто собирать только. Отлично, у нас достаточно чистой энергии. Давай построим второй объект. 100 лопат мне надо, да? Хорошо. Техника поможет нам собирать мусор гораздо быстрее. Трактор экологичный, педальный. Хорошо, давайте построим этого коня педального. Новый уровень 2, доступна новая активность, персонал. Что значит новая активность персонала? Ты чё? Поздравляю, ты накопил достаточно карточек для улучшения персонала для второго уровня. Когда ты его улучшишь, скорость работы объекта увеличится в 2 раза. Нифига. Ну, давайте типа щелкнем. 5. Ну, у меня как раз таки 5 есть, да? Открывайте кейс, чтобы получить карточки. Скорость x2. Ну, типа, ладно, хорошо, замечательно. Я и так не успеваю. У меня окончились бумажки эти. Так. Подожди, я апгрейд-то не включил же. Улучшить 40. Мне уже не хватит денег, слушай. Ой, мне нужно вот эти цветочки с тобой, короче, копить. Поэтому давайте сейчас соберем. 2500, это очень быстро. Это сейчас мы, короче, прокачаем вот эту вот штуку, наверное. Блин, смотрите, как мне много дают вот этих вот листиков. Это нормально. Так, авто вот эта вот штука включена. Давайте собирать доход. Что у нас дальше идет? У нас дальше идет бомж, который греется около какой-то бочки. В принципе, ладно, в принципе, хорошо. Так, 7500 надо, давайте немножко накопим. Я люблю такие залипательные игры, кто не знал, кто впервые на моем канале. Кстати, если ты до этого еще не был подписан, ты обязательно прощелкай, подпишись. Видяшки выходят довольно-таки часто. Ну и записываю я в этих сериях такой, знаешь, некого подобия обзоров быстрых, таких недолгих, по 15, по 20 минут видяшки идут. Благодаря очистке рыба в этой реке теперь без щупалец, отлично. Это мы побороли Чернобыль, в общем. Уровень 3, доступна новая активность, дирижабль. Хорошо, давайте ее получим. Что она мне дает? Добро пожаловать в игровой магазин. Это кейсы, они, короче, содержат много всяких ништяков хороших. А это бустеры, они перематывают время вперед и позволяют получить много дохода с объектов. У меня пока нет никаких вот этих вот кристалликов. Типа, ладно, давайте откроем бесплатный. Карточка персонала. Что мы там еще получили-то? Так, карточка 40, да? Мне не хватит. Или хватит? Нет, мне не хватит. Так, нужно 5 кристаллов, у меня пока что только 3. Да что много чего, всяких ништяков-то получал. Ну, где они все у меня? 98 надо, но сейчас мы довольно-таки быстро все это дело накопим. Блин, слушай, а где? Я же что-то там получил вроде, нет? Типа, ладно, давайте улучшим вот это до 10 уровня. Да это, в принципе, недолго тут это будет продолжаться. В том плане, что доход мне идет очень такой большой. Успевай только, как говорится, собирать за ними, блин. Нифига они у меня, блин, работники. Это лучшие работники месяца, между прочим. У меня лучшие и единственные. Так. Хорошо, давайте еще немножко прокачаем до десяточки. Теперь у меня авторабота включена. Теперь я буду собирать только доход. То есть я делаю вот так вот. 98 тысяч сейчас у меня уже накопится. Это гениально. Это, по-моему, реально гениально. Я лучший игрок в этой игре. На самом деле, тема загрязнения вот этой окружающей среды и прочее, это достаточно такая щепетильная тема. Сепаратор. Очень важный этап при переработке мусора. Отделяет полезное от бесполезного. Монетка. Хорошо. Давайте соберем, давайте построим.
тут будут еще какие-нибудь новые уровни или только этот? Доступна новая активность миссии. Хорошо. Что нам не дает? Так, новая активность. Так, перемотать время на 1 час. Давайте перемотаем. Что-то мне дало, что ли, что-то или что? Мне тут больше дохода дало. Поздравляю, ты выполнил свою первую миссию. Зайди в меню миссии, чтобы получить награду. Миссии задания, стабильный источник самоцветов и кейсов. Хорошо. Так, обновить, получить. Это я могу сейчас прямо получить. 4 кристаллика у нас с тобой уже есть. Прокачать персонал, использовать ускоритель времени. Хорошо. Так, что я тут могу еще сделать? У меня очень много дохода, только успеваю за этим следить, за всем. Сортировка мусора, стекло отдельно, бумага отдельно, пластик отдельно. Хорошо, собираем, строим. Давайте это сделаем попозже. Не знаю, кому нравится эта игрушка, можете, в принципе, ее оценивать в комментариях, на самом деле. Ну, рисовка прикольная, сюжет прикольный, так вот позалипать, почему бы, собственно говоря, нет. Опять же говорю, люблю такие игры. Блин, для следующего улучшения мне нужно аж 1 миллиард. Это очень много, по-моему. Так, что еще могу тут сделать? Автоапгрейд. Слушай, так тут дофига все есть, я что-то пропустил. Тут смотри, что есть. Тут, блин, карта-то вообще прямо какая-то. Тут какие-то бурые эти, медведи стоят. Что они здесь делают? Ой, господи, не-не-не, подожди, это рано еще. Мне тут еще надо вот 1,5 миллиарда накопить. Так, ну давайте проапгрейдим эту штуку. Она нам будет приносить намного больше денег. Смысл вот это вот вкачивать? Конечно, я могу это вкачать. Давайте вкачаем, не знаю. Она мне мало приносит денег, на самом деле. Гораздо выгоднее вкачивать вот эту вот самую движуху. Здрасте. О, прикольно. Слушай, я могу сейчас проапгрейдить свой персонал, наверное. Давайте вот этот... Нет, это здесь 40 надо. А здесь я могу проапгрейдить, нет? Ой, ну давайте этот проапгрейдим. Трактор 480 в секунду. Хорошо, скорость X2. Прокачать, короче, персонал выполнено. Давайте еще 2 кристаллика получим. Продолжаем собирать наш доход. Ага, вот так вот все это дело идет. Так, что еще могу проапгрейдить? 8 миллионов. Ну, я могу сейчас вот это вот еще вкачать. 10 миллионов. Могу еще это вкачать. Нам надо здесь вот до десяточки дойти. Или хотя бы вот здесь вот вкачать до десяточки. У меня будет включена авторабота. Да, вот о чем я говорил. Так, собираем наш доход. Улучшаем нашу планету от всяких разных свинюшек и всяких прочих засранцев. Хорошо, так 585. Пока что маловато. Так, сколько мне сейчас прибавится? 622? 31 миллион, нифига. Вот надо вот это вот точно вот вкачивать первым делом. Мне будет давать очень такие нехилые деньги. И вот это вот тоже надо вкачать. Пусть тоже дает больше миллиона. По возможности вообще вкачаю все, что вот только можно. Так, 36 миллионов давайте. Вот это вкачаем. Чуть-чуть вот хотя бы вот так вот, чтобы было. Доход X2. Так, отлично, ты дошел до очень важного этапа. Модернизация объектов позволит тебе зарабатывать еще больше чистой энергии. Зачем? Это за рекламу. Текущий доход 100%, очки модернизации 41, доход после 141, только не показывайте рекламу, не люблю я рекламу в играх, мне приходится вырезать потом. Так, ну какие-то шестеренки появились, что они будут нам давать, не знаю, что-то у меня куда-то все пропало. Доход увеличен 141%, спасибо, а где у меня все-то? Ой, а куда все пропало, я не понял, объясните мне, пожалуйста, у меня тут все было только что. Или это было обучение такое? Что за фигня? Прогресс персонала, самоцветы, сундуки, игра будет сохранена, будет утеряна. Блин, мне что-то все потерялось, что ли? Что по миссиям? Получить? Давайте получим, раз дает, почему нет? Блин, обидно, я столько всего построил. Типа у меня говорят, что доход увеличен, что-то я не заметил. Карточка персонала, чистая энергия, самоцвет, хорошо. Ой, господи. Хотя нет, я не начал заново, потому что здесь, чтобы прокачать персонал, теперь нам надо 40, а до этого было 5. В чем тогда прикол? Давайте быстрее работайте. Мне как бы не сложно получить посылку. Нет, это за рекламу. Рекламу я смотреть не хочу. Так, ну мне не сложно. Давайте снова это все дело проапгрейдим. Увеличим уровень до 10. Все, авторабота включена. Для этого нам нужно 100 вот этих цветочков, да? Давайте быстрее. Так, все, денег у меня хватает. Сейчас быстро все построим. А на самом деле тут нет ничего сложного, чтобы реально накопить достаточно денег. Это все очень быстро делается. А желательно, конечно, вот тут вот автоработу еще подключить, было бы тоже хорошо. Так, 7,5, подожди, 7,5, нам нужно вот это вот тоже дело вкачать. Так, улучшить 40, нет, у меня нет таких денег. Сейчас ты должен приносить намного больше денег мне. Давай. Сколько там надо? До 10 есть уровня? До 10 есть, все. Ждем, купим 7,5 тысяч, открываем вот это вот речной фильтр, в общем.
и начинаем собирать. Новый уровень 5, доступна новая активность, кофе буст. Хорошо, что нам не дает, интересно. Так, кейсы. Давайте еще один кейс откроем. Что здесь в этом кейсе? Карточка персонала, чистая энергия, самоцветы. А карточка персонала, куда мне ее применить? Типа я понял, ладно, давайте скипнем это все дело. А, итак, улучшить до второго уровня. Давайте это улучшим. Скорость X2, отлично. Не буду я больше никаких апгрейдов делать, там, модернизация это всего, а то у меня опять все пропадет. А на мышке, блин, на мышке так удобно это играть на самом деле. Просто берешь вот так вот и все собираешь. На телефоне, наверное, тоже будет удобно, но на мышке прям вообще мое почтение. Так, ну давайте, давайте, дохода побольше мне. Мне там надо докачать до 10 уровня, чтобы у меня авторабота была включена. Все отлично. Подожди. А, так, авторабота подключена. Хорошо. А, какая-то миссия тоже закончена. Собрать доход с объектов 50 раз. Отлично. Давайте мы откроем сейчас очередной наш кейс. Открывайся. А, карточка персонала, чистая энергия, самоцветов 4. Хорошо. 40 у нас с тобой алмазов есть, но для улучшения все равно денег не хватит, поэтому ладно, ждем. Покупаем мы с тобой сепаратор. 637 тысяч у нас дохода, это просто дофига. До десятки сразу, нет, до десятки не хватило. Ладно, собираем доход. А, так, кстати говоря, карточка персонала, я не могу ее сюда применить? Я, блин, я могу еще один кейс открыть. Столько кейсов дают на самом деле в этой игре. Прикольно, как бы, я не жалуюсь. Давайте посмотрим. Так, карточка персонала, самоцветов 3, у нас уже 20 самоцветов, блин, было бы куда их еще применить, было бы просто отлично. Так, давай вкачаем до десяточки, хорошо. А, ну и таким образом мы сейчас с тобой вот это за 7 миллионов, наверное, купим. По времени побыстрее шло, было бы вообще просто прекрасно. Че, еще одна какая-то награда? Господи, столько наград дают. 25. Но это пока что, как в любой платной игре, сначала тебя поощряют, дают много всяких ништяков, а потом все только за деньги, привыкайте, типа. Так, 308 ты мне даешь, да? Давайте покупать тогда вот это вот самое. 7,8. Блин, слушай, на это надо много очень копить денег. Давайте все вкачаем, что можно, чтобы больше приносили эти листики мне. Доход X2, отлично. Собираем, собираем цветочки. 7,8 миллионов нам надо накопить. А вот это что такое? Блин, жалко, я не могу сейчас прямо посмотреть. А, так, это увеличить тоже не могу. А сколько надо для этого-то? 380 тысяч? Как не могу-то? Могу, мне же хватает денег. Ну, все. Так, продолжаем накапливать, продолжаем все дело копить. Что это такое? А, скорость всех объектов на 20% смотреть рекламу. Рекламу я смотреть не хочу, спасибо. Блин, ну таким образом долго придется, конечно, деньги-то копить. Как в прошлый раз у нас получилось здесь вот много накопить, не знаю. Блин, тут такие деньги бешеные. Ну, в смысле, чтобы вот это вот все, 39,5, нифига себе. Ладно, хорошо, продолжаем копить. Могу что-то улучшить, нет? 40%, ой, 40 этих кристаллов надо, мне денег не хватит. Блин, я не понимаю, почему не могу вкачать? Мне 5 из 2, у меня же есть карточки. У меня кристаллов нет, вот в чем дело. 7,8 миллионов. Блин, я заколебусь это все вкачать. Так, давайте посмотрим, что выгодно будет. 9,5, 141. Так раз, давай тут вот немножко добьем. Так, вот до 25, доход X2. 132 нам приносит эта штука. Блин, все равно очень долго копить, подожди. Ну, вот так вот давай. Так, 1,8 миллионов. Короче, ты примерно понимаешь, да, что нас здесь ждет. Такая красочная, неторопливая игра, без какого-либо сюжета. Ну, позалипать в нее, я думаю, что можно все-таки. Потому что она довольно-таки прикольно сделана, довольно-таки прикольная рисовка. Видно, что авторы постарались на славу, как говорится. Так, давайте доход X2 еще сделаем. Давайте здесь тоже сделаем доход X2. Почему, собственно говоря, нет? У нас же денег-то много. У нас денег вообще куча. Вот мы сейчас вот так вот все на с тобой натыкаем. Блин, денег не хватило, серьезно. Давайте здесь, короче, все это дело улучшим. Мне вообще не жалко. Вот. Деньги есть, можно все это, короче, прокачивать. Все, денег нет, прокачивать это больше нельзя. Сейчас мы очень быстро с тобой накопим на этот завод. У нас сейчас все тут почти высшего уровня. Так, кстати говоря, давайте вот докачаем вот это все-таки. Денег у нас с тобой куча. Давайте на 100%. Блин, не хватило, совсем чуть-чуть не хватило. Подожди, как это не хватило? Все, доход X8 с этого объекта у нас прям вообще очень много будет денег приносить. Хотя нет, выгоднее было вот это все-таки вкачивать. Ой, хорошо, ладно, продолжаем копить денежки наши.
Так, 1,4 миллиона. Хорошо. Блин, вот я сколько не играю в эту игру, а уже прошло целых 15 минут, я даже не заметил. Представляешь, как здесь быстро время идет. Так, еще одна коробочка. 25 за рекламу. Нет, не хочу. Хотя, если вот как бы играть самому для себя, можно как бы смотреть рекламу, открывать эти ящики, мы бы смогли, наверное, улучшить каких-нибудь рабочих уже. То есть у нас бы здесь было 50 кристаллов, мы бы могли там с тобой что-то вкачать. Блин, ну я накоплю сегодня на что-нибудь или нет, в конце концов, ну... 2,5 миллиона, чё так мало-то? Блин, ну реально очень долго, кит какой-то плавает. Реально очень долго приходится на это все собирать, блин. Еще одна какая-то посылка. О, 3,7 миллиона. Так, давайте еще 800 тысяч накопим. Нам надо все-таки открыть эту штуку. Она у нас была, как бы, мы ее потеряли. Сами виноваты, наверное. Я не знаю. Мне кажется, это все-таки, как бы, было какое-то обучение. И теперь игра сказала, играй сам. Спасибо, спасибо. Я не хочу смотреть рекламу. Все, открываем, короче, сортировку мусора. Сколько нам для этого нужно? 8,1 миллион. В принципе, давайте, наверное, будем на сегодня заканчивать. Пишите, как вам, собственно говоря, эта игрушка. Советуйте свои игры в комментариях. И подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить, опять же, выход новых серий и новых видеообзоров. А я с вами прощаюсь. Всем пока, ребятушки.